зарплата руководителя «Газпрома», значит, мы опять его национализируем, должна быть не больше зарплаты министра, который назначает, или председателя совета директоров, которого назначает министр фактически. И все дальше ниже. А все деньги, бюджет, и за счет этих денег мы будем решать вопросы улучшения жизни населения. А почему бы Башнефть опять не вернуть в качестве налогового резидента сюда? Потому что если отсюда выкачиваются ресурсы, то налоги должны платиться здесь. Доходы должны делиться 50 на 50. Предприятия, которые работают на территории, должны быть зарегистрированы здесь. А вот дальше это правильное расходование денег на повышение пенсий, на повышение зарплат, на инвестиционные проекты. Сильная Россия – это сильные регионы. Не бывает такого, что все деньги собрали в один большой или там в два больших крупных города, а потом оттуда вроде как раздают. Мы высосали все ресурсы, одновременно туда уехали все люди. Значит, жить можно только в крупных городах, причем, извините меня, они там жируют, а в этот момент здесь люди ждут каких-то льгот, которые, кстати, отменили, вы знаете как, да? Значит, и вот это надо изменять.